где выращивают цветы для Андреевского сада, Петровского и Екатеринского парков Кронштадта. Садово-парковое хозяйство Сестрорецка готовится к 70-летнему юбилею и вместе с тем к сезону посадок растений. Одних только летников в этом году специалисты вырастят около 600 тысяч штук. Сегодня в теплице пора пикировки, то есть прореживания взошедших ростков, чтобы они хорошо прижились на клумбах. В итоге в ящиках вместо сотен растений оказывается штук 80, а особо чувствительные образцы переселяют в отдельные квартиры, где у них только 28 соседей. Количество отпада, то есть брака, в тепличном хозяйстве не превышает 5%. Как говорят сотрудники, это достигается за счет их профессионализма. Они сразу видят, какое растение хорошее и здоровое. После чего берут его и правильно сажают. Вот вам, пожалуйста, герань. К сожалению, это растение мы сажать не будем, так как корневая система не развита. Вот если сравнить с этим растением, естественно, мы посадим это. Сажаем его, прижимаем. Поливаем, и растение растет. Кроме летников, сестрорецкие цветоводы в этом году вырастят около 2000 кустарников и 500 деревьев. Их и первые цветы начнут сажать уже в апреле. Это виолы, антеринумы и церарии. Остальное в мае-июне. Где-то 15% отправятся в Сестрорецк и Зеленогорск, местные санатории и поселки Ленинградской области. Остальное идет на нужды курортного и кронштадтского районов. 192 единицы скверов, бульваров, парков и уличное озеленение в курортном районе и где-то 64 единицы в кронштадтском районе. Это по площади 433 гектара в курортном районе и 64 гектара в кронштадтском районе. Оценить плоды работы садоводов жители смогут уже летом. В курортном районе одни из самых крупных объектов хозяйства – разделительная полоса озера Разлив, территория храма Петра и Павла, сквер Петра Великого в Сестрорецке и проспект Ленина в Зеленогорске.